Наверное, тогда вкратце расскажу действительно о том, как протекал этот турнир. Лично для меня. В стартовом списке я был первый номер с рейтингом 2564. Хотя, в принципе, в турнире принимало участие, если не ошибаюсь, 5 или 6 гроссмейстеров, уже точно не помню. Точно не помню, ну и в первом туре, как обычно бывает в опенах, мне достался соперник с рейтингом значительно ниже. Габриэля Делацера. И, в принципе, можно было бы ожидать достаточно легкой победы. Тем более, что мой соперник был достаточно возрастной. Ну вот на деле оказалось не все так просто. Давайте покажу эту партию. Хотя, опять-таки, ничего по-настоящему запоминающегося в ней не было, но тем не менее. Играл черными, и вот вариант Queen C3 последние годы. Скажем так, он очень популярен. Правда, в основном белые свои надежды здесь на, ну, не то что на перевес, скорее на игровую позицию даже, они связывают с ходом слона F4, который главный эксперт по этому варианту, это, конечно, грузинский шахматист, элитный гроссмейстер Баадур Джабала, ну и некоторые другие люди тоже стали так играть. То есть ход слона F4 это неплохой, у него есть, в нем есть определенный смысл. Ну, конечно, черные здесь должны более-менее легко уравнивать. Я вот за черных предпочитаю играть c5. После чего, ну, наиболее логично действие белых e3. В противном случае черные просто возьмут на d4. Получат хорошую позицию. Ну, а после e3, опять-таки, можно реагировать по-разному. Но, на мой взгляд, cd неплохое решение. Никакие трюки с конь b5 здесь не проходят по причине ферзь a5. То есть, на самом деле, этот вариант можно продолжить, но ничего хорошего для белых там не будет. А после еды вот полезный профилактический ход А6. Конь на Б5 не идет, и в дальнейшем черные более-менее комфортно завершают развитие. Очень важно только слона, белопольного слона, вывести за пешечную цепь. Сначала сыграть слон G4 или слон F5, только потом Е6. Ну и черные, на мой взгляд, здесь легко уравнивают, но тем не менее, белые не оставляют попыток побороться за какое-то давление в дебюте. Ну, а мой соперник сыграл слон g5. Вот тоже вполне возможен. По большому счету это защита Чигурина с переменой цвета. Белых никак не может быть хуже, но, наверное, и на серьезный перевес претендовать не приходится. Правда, ход слон g5 меня застал врасплох. Когда-то давно это продолжение я анализировал, но ничего не помнил. Единственное, помнил, что вроде как неплохой ответ на слон g5 это конь d7. Но после ферзь d3 пришлось думать самому. То есть очевидно, что идея белых заключается в том, что они хотят рокировать длинную сторону, потом, возможно, сыграть e4, пытаться наладить какую-то инициативу в центре, возможно, поиграть против черного короля. Здесь я начал задумываться, тратить много времени, что, в принципе, как бы свидетельствует о неважной форме, и в дальнейшем это подтвердилось. Тем не менее, c5 сыграл. После 3-0 здесь, конечно, можно взять на d4. d4 e5 испугался, что это все глубокая подготовка со стороны моего соперника. Здесь после ферзь h4 мне как-то дадут мат. На самом деле, видимо, ничего страшного для черных не происходит. Можно просто сыграть d4. На конь d5, к примеру, слон e7. Позиция у черных вполне пристойная. e6, которое я исполнил в партии, тоже не настолько плохо. Последовало, конечно, e4. Уже 17 зрителей, судя по вот от отметке в чате. Всех приветствую. Удивлен, что вы решили потратить вечер, даже буднего дня, на то, чтобы смотреть стрим по шахматам, но, с другой стороны, почему бы и нет. Думаю, что не хуже, чем просмотр очередной достаточно глупой передачи по телевизору. Ну вот, после e4, конечно, вроде бы логично брать на d4. После ферзь d4 e5 я опять не мог, так, не то что даже верно, а вообще никак не мог оценить эту позицию. Действительно, она довольно сложная. Вот примерный вариант ферзь d4, d4, конь d5. Не совсем понятно, к чему приводит. То есть вроде бы у черных по структуре все хорошо, ферзь на h4 расположен достаточно спорно. С другой стороны, у белых перевес в развитии. Какая-то игра против черного короля, может быть, белые еще проведут f4 и конь f3. Начнут давить на
центр черно. Кстати, Артем Капустин в чате замечает, что сегодня матч Лиги Чемпионов. Это важное замечание. Я еще меньше понимаю, почему этот стрим смотрят, но хорошо. В общем, позиция после Куни 5 оценить тяжело. Я очень долго, минут, наверное, 20 или даже больше, выбирал, как же мне продолжать игру, но все-таки в итоге избрал ДЕ, конь Е4, ферзь А5. То есть таким образом черные уводят свой ферзя из подсвязки и начинают какую-то игру в центре. Где и конь Е4, ферзь А2, ну и самое главное, что это примитивный вариант вроде слон Е7, он не факт, что давал что-то хорошее. Мне не нравился простой ответ слон F6 здесь. Теперь хотелось бы взять конем, но тогда получается, что белые выигрывают эту пешку. Черным должна найтись компенсация, но это все не выглядело очевидно, мягко говоря. Поэтому сыграл ферзь А5. Здесь, конечно, мой соперник меня сильно удивил. Ну и по большому счету сыграл-то не сильнейшим образом. Конечно, стоило взять на f6, после чего, как ни странно, и взятие конем, и взятие пешкой возможны. Даже не знаю, на самом деле, какое из этих двух взятий я бы избрал. Ну вот, например, взятие конем, видимо, приводит к хорошей позиции для черных. Правда, играть эту победу не так легко. То есть, принципиальный вариант ферзь b3. Ферзь b5, прошу прощения, ферзь b5, слон b5. И вот здесь отходить королем не очень комфортно. Поэтому, видимо, пришлось сбегать слон d7. И вот такая позиция, в которой черные, конечно, отыграют пешку. b4 хода нет из-за a5. Ну, играть, например, тяжело даже против шахматиста с рейтингом 1900. Так что это, наверное, слон f6 было более грамотно. Следовало король b1. Вот, возможно, другое возможное объяснение, что здесь мой соперник позевнул удар c4. Оказалось, что белый слегка перегружен, но вот, в общем-то, их большой удачи, здесь материал не теряется. И после конь f6 передо мной встал очередной выбор. Опять-таки, видимо, вследствие плохой формы я здесь потратил очень много времени на, как раз на выбор между тем, кем брать на f6. И не факт, что, кстати, в итоге выбрал правильно. То есть напрашивается ход gf, после чего у белых висят две фигуры. Вот тогда, как и в партии, белые могут просто слон d2 ответить. И висая черный ферзь, если он уходит, то теряет слон c4, то есть черные должны идти на этот эндшпиль. Понятное дело, что у черных здесь полный комфорт. Но вот всем понятно, как дальше продолжать здесь игру, потому что конь на d7 расположен глупо, а пешка d4 его несколько обрезает. Если сыграть f5, потом коня как-то через f6 на e4 провести, ну белый, может быть, прихватит как-то пункт e5 в будущем. Ну, так или иначе, понятное дело, что у черных здесь комфортная позиция, видимо, небольшой перевес, но, может быть, не более. С другой стороны, взятие конем на f6, которое я избрал в партии, оно не очень-то многое обещает. Более того, здесь у белых были дополнительные возможности, одну из которых я предвидел и, в принципе, оценивал, скажем так, позитивно для себя, а вторую просто зевнул. Кстати, идея очень красивая, на мой взгляд, и как раз с помощью этой идеи белые здесь могут претендовать на уравнение шансов, по крайней мере. Если добавим в наш стрим некоторой интерактивности, я здесь ничего не буду говорить в течение примерно 30 секунд, и вот предложите, что бы вы здесь сделали за белых. Потому что мне кажется, что просто смотреть 9 подряд партий в классику, причем, ну, откровенно говоря, не самого высшего уровня, мягко скажем, это вряд ли будет всем очень интересно, поэтому хотя бы вот такой вот пытаюсь добавить, как я уже сказал, обратной связи.
Заодно это хороший способ проверить, какова задержка на стриме. Сколько секунд мне нужно ждать, чтобы получить какой-либо отклик. Ну, в общем, большого желающих что-либо писать в чат, судя по всему, нет. Это меня расстраивает, потому что, ну, как раз-таки при отсутствии обратной связи проводить стрим в таком формате мне будет довольно тяжело. Он пишет, наверное, Бешутка. Человек под ником Бешутка. Или Бешутка. Что как-то фигуры надо развивать. Ну, конечно, было бы замечательно, но пока у белых висит ферзь, и слон тоже висит, то есть как-то особо не разовьешься. Нужно конкретное решение принимать. Да, ну, предложения поступают довольно интересные. Прямо скажем. Б4 явно играть нельзя, потому что черные, ну, просто возьмут с шахом, потом возьмут ферзя. Брать коня тоже не хочется по причине, опять-таки, потери ферзя. Ферзь Е3. Ну, ферзь Е4 опять приводит к потере материала. Ферзь Е3. Ход, который я смотрел в ампартии, оценивал действительно очень оптимистично за себя, но... Да, может быть, не все так просто, с другой стороны, у черных, конечно, комфортная позиция. И я планировал играть конь d5 на любой отход ферзя, например, ферзь g3, c3, но и по виду у черных очень мощная инициатива на ферзевом фланге, то есть мы видим, что белый король несколько в беде, слон подключается, ферзь подключается, пункт b2 слабый. Ну, в общем, здесь белым было довольно тяжело защищаться. И как раз таки вот этот вариант в моей партии я прикинул. На самом деле белые могут сыграть сильнее. Белые могут сыграть сильнее. Ну, слон d2 последовало в партии. Ход неплохой. Этот ход я ожидал, но опять-таки можно сыграть еще сильнее. Ход слон d2 мы посмотрим чуть-чуть позже. Ферзь Е2, так же как и ферзь Е4, играть нельзя по причине потери слона. Нарисовал стрелочки. Поэтому две угрозы. Хорошо, тогда не буду, наверное, затягивать, но паузу. А, ферзь Д2, ферзь Д2 это более, вроде бы, на первый взгляд, логичное предложение. На самом деле тоже белые теряют фигуру здесь по причине... Ну или не теряют фигуру, но получают очень плохую позицию после c3. Потому что на ферзь c3, ферзь g5 теряется слон. На bc, конь e4 здесь теряется вообще все. Потому что висит не только на g5, еще и на c3. То есть, да. А вот ферзь g3 предложение, да, вот от двух человек сразу поступило. Действительно очень сильное. На самом деле немножко обидно, что я его не видел в моем партии. Потому что вот эта идея, чуть в другом исполнении, но похожая идея, конечно, в моих партиях не встречалась. Но она встречалась в моих видеороликах. Если вдруг кто-то из моих зрителей смотрел лекции, если их можно так назвать, по защите каракан, по атаке панов, он помнит похожую идею. Дело в том, что здесь белые завлекают черного коня на e4. Действительно, от этого хода воздержаться тяжело. Вот оказывается, что после ферзь e3 висит конь. Ферзь g5 фигура не выигрывает. То есть надо брать конь g5, и теперь после h4 белые ловят этого коня. И, как ни странно, получает очень, ну не то что очень хорошую, но, по крайней мере, вполне пристойную позицию. c3 ничего не дает по причине ферзь g5. И белые всегда готовы поменять ферзя с поля b5. Здесь у белых комфортная позиция и примерно равные шансы. Я вообще не рассматривал ход ферзь g3, то есть как-то сразу его отверг по причине конь e4. Но и мой соперник тоже его не видел, сыграл слон d2. Партия перешла
перешла в стадию, не то чтобы эндшпиля, но по крайней мере позиции, в которой несколько фигур уже подменено. И, безусловно, у черных полный комфорт, у белых достаточно слабая изолированная пешка, ну, позицию выиграть тяжело. Как оказалось, ее тяжело выиграть даже, казалось бы, такого, ну, не самого сильного соперника. Тем не менее, как мы увидим дальше, он был очень близок к тому, чтобы добиться в этой партии ничьей. Следующие ходы я пролистаю в быстром темпе. В принципе, они все за обе стороны были достаточно логичными, достаточно неплохими. Вот единственное, отмечу здесь такой момент, что ну, белый конь в любом случае стремится на e5. Кстати, альтернативой был вариант конь e2, потом слон e1 и конь c3, с идеей прихватить пункт d5. Может быть, он больше шансов обещал на ничью. Хотя и в партии мой соперник был к ней довольно близок. То есть король d7. Логичное действие. В эндшпиле короля держать поближе к центру. Ну и вот здесь, кстати, достаточно недолго продумав, мой оппонент, он изменил структуру довольно радикально. То есть сыграл конь e5. Теперь белые избавились от своей слабой пешки, изолированной. Пешка на e5 все равно достаточно неустойчивая. К тому же у черных мощный конь на d5 против не очень хорошего слона a5. Вроде бы и устойчивый позиционный перевес. На самом деле, вот по моему опыту, да и не только по моему опыту, скажем так, все вот эти эндшпили с симметричной, практически симметричной структурой, когда у черных блокадный конь против как бы формально плохого слона, который ограничен собственной пешкой на e5, они обычно ничейные. И, ну, Капабланка показывала, как защищать похожие позиции за белых. Но вот, к счастью, для меня мой оппонент все-таки не Хосе Раули, и мне здесь получилось поставить кое-какие проблемы. Хотя на самом деле позиция очень близка к ничьей. Вот вроде бы черные фигуры стоят очень хорошо, с другой стороны, совсем понятно, что делать дальше. Ну, ход король c6 особо ничего не дает, белая ладья идет на e4. На самом деле белая ладья в любом случае могла бы дойти на e4. И с другой стороны, белые могут с этим и не спешить. То есть вот b3, потом с идеей король b2, как сыграл мой соперник, тоже вполне неплохо. Если я понял, что нужно что-то делать, все-таки как-то первый тур в опене хочется выиграть. И для этого мне придется, видимо, убрать коня с поля d5, пытаться переставить его на такую клетку, с которой можно атаковать пешку e5. И в дальнейшем вынудить каким-то образом продвижение f4, может быть, зацепиться за королевский фланг. То есть я бы сыграл ладья b5. Пока a4 невозможно, потому что висит пешка на b3. И король b2 у меня появилось время, чтобы коня на e7 переставить. То есть вы видите, что если сразу играть конь e7, то со слоном b4 можно соглашаться на ничью. Меня не устраивало, поэтому пришлось вот так вот хитрить. Позиция оставалась ничейной. Ход f3, конечно, достаточно слабый. Белым нужно было держать структуру. Ну и он тоже не проигрывает. g3, ладья d3, f4. И вот ход g3 действительно очень серьезная неточность. Здесь, видимо, все-таки стоило сыграть ладья e4. До этого позиция оставалась бы практически равной, с минимальным давлением черных. После g3 же мой соперник, как ни странно, встал здесь на... оказался на грани поражения. И... на самом деле, не так легко предложить здесь какую-то четкую защиту за белых в дальнейшем. Ну, ладьи еще, наверное, не стоило менять. Стоило попытаться держать позицию после король c2, ладья f3, слон d2, конь d5. Дело в том, что вот этот эндшпиль, он выглядит достаточно надежным за белых. То есть, вот, например, если взять, то черные не выигрывают, потому что когда их король идет вперед, белый король закрывает калитку. И вот получается такой эндшпиль, который по формальным признакам кажется, что если у черных значительный перевес, может быть почти решающий, на самом деле белые довольно, скажем так, даже тупенько здесь обороняются, и черные ничего не могут достичь. То есть вот, например, конь f5, слон e1, когда какой-то ход делают, я не знаю, ну, предложите ход b5, может быть, я не знаю, он портит позицию или нет, но предположим b5. Вот слон просто переходит на эту диагональ и ждет. Белые ничего не могут сделать, то есть черные ничего не могут сделать. Когда черные играют g5, белые на самом деле продолжают стоять. И вот этот слон, плохой слон, который сильно ограничен своими пешками, он тем не менее иссекает эту диагональ g1 a7. И странно, черные не могут никак напасть на какую-то пешку или прорваться королем или еще какого-то прогресса добиться. То есть опять a4 ничего не дает, белые опять-таки ждут. Эта позиция, похоже, просто крайность, причем на самом деле элементарная.
Потом ведь сразу взять НД2 не проходит. Я попытался сыграть ладья d5. Ну, соглашаться на ничью, сами понимаете. Не очень хочется. Здесь, конечно, мой соперник мне помог. Надо было играть король c2. И после этого, мне кажется, что такую позицию я бы уже не выиграл. Но все-таки, наверное, его подвело. Подвела как раз тут разница в рейтинге. А, мне там предлагают, Александр Давидчик предлагает каким-то образом. Предлагает коня шей, конь h4, но это ничего не дает. Потому что после коня h6, слон куда-то там, конь h4, белые могут h3 сыграть, но могут сыграть слон g1. И поверьте, я эту позицию смотрел, и здесь вообще ничего не получается. То есть даже если сыграть f6, белые возьмут, сыграть e5, fe, белые черные создадут проходную, оставят ее на e4, это все равно ничего не дает. Король уходит на e2, и белые продолжают держать вот эту крепость. Черные там как-то маневрируют конем, предлагают размен, белые играют h3, h4, создают проходную, и вообще выигрывают пешечный трэншпиль. То есть этот трэншпиль выиграть невозможно. Надо сказать, что в этот момент у меня уже был довольно серьезный цейтнот. Примерно 2 минуты на 9 ходов, но я понимал, что, скорее всего, выиграть эндшпиль не удастся против слона. А вот после ладья d5 белым надо было, конечно, здесь немножко выдержки и терпения проявить и сыграть король c2. После ладья d5, конь d5 я подозреваю, что позиция проигранная. Потому что вот d2, король c6, и белые играют король c2, вот это, наверное, самый важный момент партии. Потому что, ну, повторю, здесь 2 минуты на 6 ходов до контроля и очень тяжелый выбор. Дело в том, что черные в этот момент могли сыграть конь e7 после король d3, король d3, король d5, получить эндшпиль, который опять-таки по внешним признакам выглядит выигранным за черных, но, как мы уже видели, белые просто строят крепость. Белые строят крепость и спасаются. Тем не менее, по-человечески вот это не выглядит настолько очевидным. Есть всякие нападки с ходом g5, с ходом конь h6, конь g4. Может быть h4, h3 в какой-то момент. То есть... позиция выглядит очень привлекательно для черных, но... не получается ее выиграть. А, вот, кстати, Максим Глушко здесь пишет, что... да, ЕД... было возможно, мне нужно было тоже принимать не самый простой выбор на флаге. Но ЕД, видимо, совсем ничего не дает. Потому что белый король просто идет. Идет. Черный король тоже идет. Белый король идет. И вот оказывается, что как бы... здесь, правда, вот, наверное... может быть, слон b4 и конь c6, слон f8, точнее. ЕД... мне казалось, что здесь совсем ничего нет. Как бы если король e3, тогда согласен, что король g4 и король пробегает. На h3 есть ход h4. Так, видимо, здесь вот просто вот этот форсированный вариант, он неприятен для черных. Ну, судя по всему, так и есть, потому что белых только одна слабость на h2. И, конечно, черные до нее доберутся, но белые доберутся до пешки d5, ходом король d6, а слона поставят на e1. И мы все знаем, что в такой гонке проходных слон намного эффективнее коня. Видимо, черный даже проиграть рискует эту позицию. Но опять-таки, ЕД была заманчивая, нужно было как-то заставить его отказаться от этой идеи. Но ключевой момент вот был на 34-м ходу, потому что... можно сыграть конь e7, король d5 и еще попытаться все-таки проиграть эту позицию, но с очень большими шансами на успех. Или вот есть такой пешечный эндшпиль после король c5, который тоже выглядит перспективно, но он может оказаться совсем ничейным. То есть, если уж пешечный эндшпиль ничейный, он ничейный намертво. Ну, со мной тут продолжают дискутировать, что на король d6 будет d4. Я не понимаю, о чем речь. Ну вот сейчас ход черных, как ходить? Король h3 выглядит логично. Король d6. Хорошо, я согласен, здесь есть d4, хотя... и во всему ничего не дает все равно, пусть d4 можно взять. На коне f5 просто король d5. Король h2, слон f2. А на конь d4. Король d4, король h2. Вот меня спрашивают, не очень понимаю суть вопроса,
Не выговариваю я и дошепелявлю. Видимо, и то, и другое, но в первую очередь я картавый. И многим моим зрителям это уже давно известно, на самом деле. Но тем не менее, продолжают смотреть. Продолжают смотреть. Ну вот, а этот персонаж был вообще проигранный у черных, похоже. Да, белый ферзь просто раньше проходит. Поэтому да, поэтому все-таки надо играть конь d5. И вот я пытаюсь в эти попытки сказать, что это был важный момент. Конь e7, король d5 выглядит перспективно, но не выигрывает. А король c5, видимо, выигрывает, но опять же, знаешь, всегда есть риск, что он окажется мертвым ничейным. То есть... Хорошо, Максим Глушко еще одну ремарку вставляет вместо короля h2, g6. Какой момент? g6. Хорошо, g6 действительно грамотный ход. Видимо, выиграть все равно не удастся. Может быть, удастся, кстати. g6. Король e4, король h2, король f3. Король h3, король f2, король g4, потом h4 следующим ходом. То есть сейчас придется считать запасные темпы, но, видимо... На самом деле, видимо, у черных не очень-то хорошо все. Вот смотрите, интересный, кстати, вариант. Король e3, король h2, король f2. Король f2. Именно на f2, а не на f3, это важно. И есть у меня подозрение, что... Да постойте, здесь же есть ход а5. Ход а5. То есть король h3, король f3 ничего не дает, на h4 и g4, белый выигрывает опять-таки. b5, b4 фиксация, а5 вот здесь, кстати, фиксации это не видно. Как оценить этот пешечник? Интересно. Ну, я понимаю, что, скорее всего, мы упустили здесь очень-очень большое количество, скажем так, более сильных ходов раньше. Но, тем не менее, пешечный интересный. Вот, предположим, а5, а4, b6, ну, король f3, король h3, f5, gf, король f4, король g2, король f5, король g3, король f6, h4, король f7, h3. А, погодите. Здесь же король f4 простой ход есть. Король не совсем элементарно выигрывает. Да, хорошо. Значит, вот этот пешечный выигранный у черных. Хотя из этого, видимо, нужно сделать вывод, что надо играть слон e1 сразу. Король h2, король d6. Так, так. Так. Так, так. 5. H4. E6. FE, H4. Ну, эти черные... Видимо, они ничейные ферзевые, но черные все-таки играют на победу. То есть, по-моему, у белых есть более сильные пути. Ну, хорошая позиция для белых. Но не так легко найти. Король c5, король h3. Он и один выглядит наиболее разумным, если честно. Можно просто пройти к пешке b7, но у белых очень далеко их... Проходные, точнее не проходные, пешки а2, b3, они очень далеко от поля превращения. Ну хорошо.
Да, даже король b6 не выглядит настолько очевидно. Король h2, слон e1. Как здесь черным выигрывать, не совсем понятно. 5. Так. Тут белых слон. И свои проходные. Не знаю, мне кажется, что здесь черных есть серьезный риск проиграть тоже. Так что да. Так что, наверное, король b6 более сильно. Очень слон хорош на два фланга обычно. Здесь можно взять на g3 и сыграть f5, и черная пешка без шаха проходит, и получается ничья. Как минимум ничья для белых. Ну, судя по всему, да, судя по всему, король b6 самое четкое решение. Я взял конем, и после король c6, король c2, получился вот этот пешечный эндшпиль, который нужно, конечно, правильно оценить, потому что иногда эти позиции оказываются ничейными, но вот это не тот случай. То есть черный король проходит на а3, а белый король вынужден следовать на b1, защищать пешку. Ну и вот, если честно, я во время партии думал, что здесь есть только один. Есть только один четкий способ выиграть, который, собственно, в партии получился. На самом деле, видимо, черные вообще элементарно выигрывают как угодно. То есть, единственное, самое главное, не надвигать вместе пешки b и a. То есть основной план черных заключается в том, чтобы сыграть А5, А4, разменять пешку, ну и потом, соответственно, черного короля появится дорожка на королевский фланг, и черные начнут заедать пешки. Но дело в том, что если надвинуть пешку Б вместе с пешкой А, когда в итоге черный король пойдет на королевский фланг, белые подойдут к пешке Б, и чем ближе вот эта пешка Б к белому королю, тем меньше им темпов понадобится, чтобы ее съесть и провести пешку А ферзи. То есть вот, к примеру, сыграть b5, король 1, а5, вот эта позиция ничейная. Поверьте, я немножко анализировал это окончание, то есть не выиграть его можно. Тем не менее, вот простой ход а5, он, видимо, побеждает довольно легко. Король 1, а4. И вот эта позиция выигранная, потому что белому королю слишком-слишком далеко идти пешки b7. С другой стороны, наверное, тот способ, который я избрал в партии, все-таки почетче, то есть b6, король 1 и здесь g5. То есть идея в том, что теперь, если белые будут игнорировать пешку g5, черные возьмут на f4, проведут опять a4, королем подойдут к пешке f4 и ее съедят, потому что опора вот в виде пешки g3 ее уже выдернули. А никакая контр-игра на ферзь на фланге не успеет, потому что, опять-таки, черному королю намного ближе идти к пешке f, он может при случае просто вернуться обратно. Ну и, конечно, принципиальный вариант fg. Вот после fg черный король может просто побежать королевский фланг, и, к счастью для меня, вот контр-игра белых просто не успевает. То есть, если сыграть h4, король c5, g4, то да, как бы у них получается проходная, которую невозможно остановить, но вот пешка черных, она проходит с шахом. Черный выигрывает, поэтому легко. Если король b2, король d5, тогда уже черный король успел. Получается элементарно выигранный пешечный эндшпиль, защищенный проходной на e6. Поэтому мой соперник не взял, но после короля b1 оказалось, что элементарно выигранная позиция, король a4. И уже здесь последовала сдача, но у черных элементарный план. На короля 2 просто пешка b надвигается. Ферзевый фланг разменивается, и черные забирают все пешки. Ну вот, довольно такая тяжелая победа, на самом деле, несмотря на большую разницу в рейтинге, она как бы могла уже намекнуть на то, что турнир явно легким не получится.